Всем привет, ребята! И сегодня я делаю обзор на вот такую игрушку Мэри Поппинс. Это распаковка и обзор. Тут вот такая вот игрушечка. Тут можно посмотреть ее со стороны. Тут есть еще игрушки из этой серии. Вот тут вот как она выглядит. Арт ее, фанарт. И вот сама игрушечка. С этой стороны никак на игрушку посмотреть нельзя. У меня с воздушным змеем. Номер 468. Это моя самая первая и единственная такая кукла. Ой, игрушка. И сейчас будет распаковка. Итак, первое, что нам надо сделать, это ее распаковать. Тут на крышечке есть скотч, и можно распаковать ее также снизу. Но я буду сверху. Тут скотч, его надо отрезать. Все, очень быстро отрезала. И вскрываем. Вот. Это можно использовать как поставочку, и вот ее летучий змей. Коробочку я сохраню, потому что она очень красивая. Вот. Достаем. Она, кстати, очень легко достается. Ой, не стоит. Она сама не стоит. Ну, а если ее держать или найти поставочку, то она будет стоять. Вообще можно попытаться обратно ее засунуть. Вот. И будет такая подставочка. Итак. У нее есть вот такая вот красная шляпка, очень красивая. На видео она смотрится как более розовая, но на самом деле она вживую, она темнее. Также тут есть вот такая вот красная штучка. Попугайчик. Я не знаю, это его хвост или это просто такая вот штука. Ну, в общем, тут у нее, кажется, есть еще бантик. Или это не бантик. В общем, вот сам летучий змей. Его даже сзади проработали. Также у нее такая вот классная сумочка. Каблучки, платьице темно-синее. И вживую оно смотрится как очень-очень темно-бирюзовое. Также тут воздушный змей, он на вот такой вот ленточке. И у нее вот такие кудряшки, но лучше, кстати, она довольно приятная. Сама она не стоит опять. Но она все равно очень классная. И мне она очень нравится. Она, кстати, довольно тяжеленькая из-за головы ее. У нее есть очень хороший румянец вживую, на самом деле он более заметный, но и на видео он тоже заметный. Как и у всех кукол этой серии, у нее нет рта. Не знаю, почему они не делают рот, но все равно, она все равно очень красивая. И, кстати, сумочка, она рельефная. То есть это не просто рисунок, а там она с рельефом прям. Вот что под головой. Ну, в принципе, все хорошее. Все хорошо, мне в этой кукле все нравится. И на ощупь она приятная. На этом все. Всем пока и до скорых встреч. И да, не забудьте подписаться на меня. Всем пока!